Добрый день! Вот сегодня у нас уже 3 мая. Погода у нас сегодня дождливая. Дождик сильный-сильный целый день. А я приехала в перерыве между дождями посмотреть на реки. Посмотрите, как маленькие речушки превратились в целые бурлящие потоки. А? Вот вам. Ой, пожалуйста. А лягушек сколько здесь? Целое царство лягушат. Ой, где ты, малыш? Где он? Во-во-во. Их и не видно. Какой маленький. Маленький. Маленький, хорошенький. Иди ко мне на ладошечку. Как вам такой ребенок? Вот, поскакал. Много-много-много лягушек здесь. Здесь раньше трактор проезжал. Мне кажется, сейчас и трактор не проедет. Шум воды. Куда ты бежишь? Куда с такой скоростью? Откуда вода? Снегу было много, да плюс ко всему дожди, дожди, дожди. И куда ты? Ох, как ты бурно течешь. Такой разворот. Ведь здесь не только лягушки. Посмотрите, пиявка. Вот пиявок я терпеть не могу. О, какая она. О, она замерзла. Ой, кто хочет делать процедуры с пиявками? Ой, замерзла, что ли? Пойдем вот тут посмотрим. Машина осталась позади. Ой, почему здесь так петляют речки, ручейки? А? Только полюбуйтесь, какие изгибы. Это ручеек. Но чтобы в основную речку влиться, ему приходится пройти такой сложный путь. Нифига себе. Удивительно. Петляет. Так, смотрим под ноги. Змеи есть. Раз. Клещи. Два. О. Какие повороты судьбы. О, как бурлит река. Куда ты бежишь? Куда? Здесь потише. Птицы поют. А здесь уже река тихая. Степенная. Ой, хорошая речка. Интересно, рыбы есть? Ребята там ловят. Бурлит-то как? Прям крутит воду. Вот такие у нас тут места красивые. Вот такое раздолье. Потеплело. Чуть солнышко выглянуло и потеплело. По этой дороге проселочной можно попасть в деревню. А здесь вот установили трубу. Посмотрите, сколько же кубометров воды выливается. Ух ты! С таким шумом.
Здесь, по-моему, вот с этой стороны потише заходит. Да? Сейчас я посмотрю, сколько тут. Ничего себе поток бурлящий. И туда пошло. А это что, смородина? Черная смородина. Вот. Растет здесь, у дороги. И там смородина. Та же река. Наверное. Не могу сказать, видите? Тут машины наставили. Рыбаки ловят рыбу. Хочу к воде подойти. Посмотрим, какая здесь речка. На островок. Сегодня мы посещаем реки. Палка плывет. Ух, тут глубоко видно. Да? Я вижу, вот там вдали рыбак. И не один. Ловит рыбу на изгибе. Вон там. Удочку закидывает. Хочет русалку поймать. Только, наверное, в такой мутной воде русалки не водятся. Вообще здесь глубоко. Под мост пойду. Опять дождик, что ли? Сегодня дождик надоел. Опять дождь будет сейчас. Вон, видно. Все потемнело. Опять идут к нам облака. Да не то, что облака, тучи темные. Птица поет. Красиво, да? Смотрю, как перестраиваются облака. Закучерявились, закрутились. Особо и не погуляешь. Видно, что дождь начался. Быстро. А вон там на изгибе, там вообще быстро течет река. Там камни. Так, надо идти в машину. Чувствую, стало капать. Дождик. Трасса. На Тверь мы приехали, река Каменка, ну, в другое место. Опять хочу посмотреть с моста, много ли здесь-то воды. Река разлилась. Даже видно, вот до
этого места вот все была вода. Ух ты, бурно. Как вам? У меня голова кружится с такой высоты смотреть. Сейчас еще вот туда схожу, посмотрю. С другой стороны. Оп! Перейдем. Смотрим. Высоко как. Вода мутная. После дождя. Ух ты. Сколько воды. Мы с вами пройдемся немножко около воды. Вдруг тут что-то интересное. Вдруг тут какая-то рыба. Рыба, ты где? Нету рыбы-то. Вот это все вода тащила, да? Да, вода намыла и притащила. Ну, хоть что-нибудь интересное. Есть справа и слева водные русла на островке. Полуостров. Да, вода очень-очень быстрая. Тут глубоко. Как вам? Мне нравится. Смотрите, змея лежит. Ой, надо уходить. Потрогать? Я боюсь. Окрас какой. Интересно. Дай. Да воды очень много. Это представь, какой бурный поток, чтобы такой здесь завал сделать. Все водой было. Да. Пойдем там, хорошо. Кукушка. Ку-ку-ку-ку. Он там берег обвалился. Смотрите, какой камень нашла. А? Какой формы правильный. Овальный. Как яйцо. Люблю камни. Старое дерево. Вот берег, пол берега утащила. Это столько воды было, видите? На каждый куст натаскала. Облетит, наверное, куст. Ладно, пойдем дальше. Наверное, будет дождь. Целый день дождь. Хорошо, мы помним.